Здравствуйте, дорогие друзья! Пусть Божья милость и благодать будет со всеми вами. Я хотел бы прочитать вместе с вами Слово Божье из Евангелия, 17 главы, 3 стих. «Се есть жизнь вечная, да знает тебе единого Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Я хотел бы с вами обсудить тему «Вера Бога по трем причинам». Люди верят в Бога по трем причинам. Первая причина – это разрешение физических потребностей. Вторая причина – разрешение духовных потребностей. Третья причина – это познание Бога. Поговорим о первой причине. Люди, когда нуждаются в здоровье, нуждаются в исцелении, они верят, надеются в Бога, чтобы Господь их исцелил. Люди нуждаются в защите, они верят, надеются в Бога, чтобы Он защитил. Люди нуждаются в социальном обеспечении, в разрешении их физических нужд, чтобы Господь их обеспечил. Они верят в Бога и надеются на Бога, чтобы Господь их благословил. Люди надеются успеха, финансового успеха, успеха в бизнесе, успеха в карьере. И они надеются, верят в Бога. Таких физических потребностей очень много. Касательно дома, касательно финансы, касательно процветания, касательно успеха. Люди во многом ищут, чтобы разрешить свои личные физические нужды. Поэтому они верят в Бога. Вторая причина, почему люди верят в Бога, для того, чтобы разрешить их духовные нужды. Например, люди грешат. Они просят у Бога прощения, чтобы Господь умилостивился и простил их. По этой причине ищут тоже. Люди Бога по этой причине тоже верят в Бога. Чтобы Господь дал им любовь, простил их, утешил их, дал им покой. Чтобы Господь их не осуждал, чтобы не отправлял их в ад, чтобы Господь им обеспечил рай. Вот по этой причине тоже, по этой духовной причине тоже люди верят в Бога. Для того, чтобы употреблять свои личные нужды, чтобы угодить свои личные нужды. Вот эти две причины, физические, разрешение физических нужд и разрешение духовных нужд, они личные интересы человека. Личные интересы человека. Чтобы Господь их в земной жизни благословил, и чтобы Господь для вечности тоже благословил, чтобы им обеспечил рай, чтобы Бог Господь им дал вечную жизнь. Вот это человеческая нужда, человеческая потребность. Это личные интересы человека. А третья причина для того, чтобы верить в Бога, это познание Бога. Это интересы Бога, не интересы человека. Это интересы Бога. Господь этого желает. Третьей причины желает, чтобы мы познавали Его, чтобы мы Его любили, чтобы мы Ему поклонялись, чтобы мы имели с Ним взаимоотношения, устраивали с Ним личные взаимоотношения, чтобы мы познавали Его волю, Его желания, Его мечту, Его характер, Его свойства, Его качества. Вот Он этого от нас желает, вот Он этого от нас требует. Конечно, Господь слышит наши молитвы, Господь всегда защищает, Он благословляет и помогает нам физическим нуждам, Господь помогает нам духовным нуждам, дает покой, мир, прощение, жизнь вечную, дает попасть в рай.
Господь, конечно, этого хочет, но Он главное Его желание, главная Его цель, чтобы познавать Его, поклоняться Его, сделать Его личным своим Богом, познавать Его как Бога, познавать Его как всемогущего, как милосердного, и как познавать Его желания, мечту, волю, устроить с Ним личные взаимоотношения и в нынешней жизни, и в вечной жизни. Вот Господь этого желает от нас. И у меня для тебя вопрос. По каким причинам ты веришь в Бога? Подумай об этом.